Отмечает праздник глава региона в кругу семьи. Сегодня Александру Ткачеву исполняется 54 года, из них 14 лет он стоит у руля Краснодарского края. С днем рождения главу региона поздравил и председатель правительства Дмитрий Медведев. Он отправил Александру Ткачеву телеграмму, в которой говорится о вкладе губернатора в развитие Кубани. Ваше стремление развивать Краснодарский край, сделать жизнь людей в регионе комфортнее, заслуживает самого искреннего уважения. Важно, что сегодня здесь происходят большие изменения. Ведется работа по привлечению инвестиций в экономику. Многое делается для развития АПК и строительства спортивной инфраструктуры. Серьезное внимание уделяется реализации социальных программ, а также развитию физической культуры и спорта. Преобразившийся к 22-м Олимпийским и 11-м Паралимпийским зимним играм Сочи – яркое тому подтверждение.